Всем привет, друзья! А я хочу вам показать свой позор. Видите, какой у нас огород? Еще, как говорится, поле не паханное. Вот такая у нас засада в этом году. В общем, что? Сначала были дожди непролазные. Просто как снег сошел, сразу дожди. Чуть просохнет муж на работе. А вчера, позавчера у нас были морозы. И у нас много чего побило. Вон, видите, щавель лежит на крыжовнике. Столько было цветов. Просто усыпанный был. Все пожухло. Вот. Яблони у нас в этом году. Видите, какие? После зайцев. Муж вот их все обработал. Сразу, ну еще как бы сразу он их обработал, по это самое. Вот один цветочек, правда, тут есть. Еще тебя не хватало. Какая-то муха. Видите, пожух. Морозом шибанул. И вот еще цветочки распускаются. Может быть, хоть один яблочек будет. И на той яблоньке тоже вот один цветочек. Вот. Грушу срезал под самый корешок, как говорится. Вон, какая красивая стоит. Но она живая, слава богу. Но вот такая вот. В общем, у нас засада в этом году в огороде. Я в цветнике еще вообще ничего не делала. Тоже вот цветы начали распустились. Видите, что после мороза. Вот. Первогодки тюльпаны. Я их осенью вот рассадила. Даже еще не рыхлила ничего. Вот они распустились. Вот. А после вот мороза, видите, тут тюльпаны валяются все. Просто лежат. Тут вот, вот тут вот. Просто лежат. Вот тут вот. В общем, шабануло. Хорошо. Но эти вот тюльпанчики, они уже не первый год, они уже третий год. Они вот такими кучками уже все, практически все. Ну, есть одиночка. Тут вот два. Тут один вот маленький. А так вот там все они такими прям пучками такими. Так мне нравится. Ну, надеюсь, что их не тронуло. Вроде торчат. Еще пока не распускались. Я успела только в этом году прорыхлить. Потому что дожди, говорю, были. Прорыхлить сами просто ягодки. Не между ними, а вот именно, именно прям вот, ну, как сказать, в розеточках, в самих ягодках. Здесь прорыхлила, здесь ягодки вот все пропололо, прорыхлила. Ну, это уже можно опять полоть, скоро будет. Вот. Вот этот вот чесночок успела прорыхлить. На головку у меня, головку, вернее, сажала. Вот борозочка у меня тут штук 9, наверное, там 2, по-моему, зашло. Вот. Вот одуваном хоть бы что. Вот их ничего, ни мороз их не взял. Прекрасные одуваны. Вот даже пчелка на них. Все. Прекрасно они себя чувствуют. Вот так вот. Что еще? Тут уже надо косить. Уже трава по пояс, как говорится. Все уже у нас. Так, здесь мы посадили лук. Вот успели. Муж скопал, посадили. Вот здесь чеснок. Ну, он тоже на голову. Он у нас в том году, я его практически весь убрала. Он опять он вылез. Видно, может, я что-то не увидел. Ну, пусть растет. Уберем. Лучок очень хороший, но тоже после мороза он немножко пожелтел. Лук такой шикарный был. Я говорю, ну наконец-то пост прошел. Вернее, не наконец-то пост прошел, а наконец-то я могу луком, как говорится, заняться, потому что, думаю, пирог испеку там туда-сюда. Ну все, испекла. Ладно, выберу что-нибудь. Здесь еще ничего не сажала, потому что здесь просто муж скопал. Петрушка хорошая зашла. Вот, но тоже ее морозом он немного полегла она. Но ничего, все равно я петрушку буду в этом году убавлять. Вот. Здесь у нас тоже посажен лук. Успели. И немного... Это мы белый сажали лук двух видов. Ну вот. И вот до этой палочки. Вернее, как вот две бороздки сделали. Это хотели красный лук уже сажать. Вот на этом вот участке. Но дождь пошел. У нас как всегда. И вот успела прорыхлить чеснок. Вот. Успела прорыхлить до дождей. Вот. Больше ничего. Тюльпаны, вот которые у меня первогодки, которые расцвели, это вот они с этой кучки тюльпаны. Я хотела их вообще отсюда убрать. Вот, посмотрите, что за мухи. Что за мухи такие еще? Вас только не хватало еще. Вот. Они у меня вон, обрадовались. И вон что? Распушились. Вроде живые пока. Видно, мороз прошел полосами. Вот. На этом участке тоже еще ничего не делали. Ноготки вот, ой, ноготки вот здорово погубило. Вон что, видите что? Пожухли все. Вон что. А я еще хотела, говорю, я убавлю их, потому что они широко разросли. Думаю, я их убавлю, прям вот, ну, оставлю сантиметров 50, как по бордюрке. Еще было бы что оставлять. Но они пойдут, я думаю, там вот молоденькие-то, молоденькие вроде лезут.
В общем, не знаю, что будет. Вот так вот. Тархун тоже вот. Тархуну досталось. Тоже он пожелтел. Тоже вот прибабахало его немножко. Вот. О, откуда мучи-то здесь? Что за мучи-то еще такие? Посмотрите, что. Так-то мы эту смородину бедную никак не можем развести. Уже сажали, я не знаю, сколько раз. И все равно гибнет. И обрабатывал ее, и все равно гибнет. Малина еще вообще между рядами ничего не про эту самую малину тоже шибанула. Вон ветки висят прям. И вот тут муж начал копать. Это вот участок. Планируем здесь, наверное, посадим огурцы. Ну и помидорки немножко. Для кур. Все для кур. Ну вот. Ну что, пока забора нет, так и будет. А забор нам пока, наверное, не светит. Ну а здесь уже косить надо. В общем, вот такой у меня позор. Пока на огороде. Ничего сделать невозможно. А сегодня у нас в 5 часов ливень как дал. Как дал. Ну вот сейчас уже проветрил. Вот пришины остались. Он, наверное, полчаса. Потом мелкий еще был. Полчаса. Очень сильный был. Прям такой прямой. А на время дождя вот ветер утих. Ну и хорошо, что утих. Вот, а сейчас опять ветер поднимается. Вот замучились эти дни, прям ветра такие. Еще с морозом. Ну, прям, ну, жуть жуткая была. Ну, еще как-то так, друзья. А я желаю вам всего самого доброго. Еще раз хочу поздравить вас с праздником. Христос воскресе. Вот. До новых встреч!